Завтра. Четверг, да. Идем идти. Уходить. Наверное, да. Да? У меня села Алиса, и я не очень люблю петь. Ну, я не умею петь. Красиво. Закройте Сельми, пожалуйста. Скиньте корону. Город Актобе. Привет, не скучаю, не скучаю. Все. Всем привет. Настроение хорошее, спасибо. Привет всем. Это хорошо. Согласна. Брошки, закройте мне, пожалуйста, цель. Киньте мне корону. Можно две. Я себе руку сломала. Выздоравливайте скорее. Мне так лень идти умываться. Вы не представляете, какое твое первое желание. У меня нет желания. Hello, do you speak English? No. В Алмату не хочется переехать, нет. Так не иди, ну, умываться нужно-то. Надо идти. Мне лень. Надо сделать маску. Всем привет, 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 привет. Чтобы увлажнить кожу. Милена, спасибо за подарочек. А девочки такие ленивые, а ну парни трудятся, чтобы прокормить семью. А женщина не убирается по дому, женщина не готовит кушать, женщина не сидит с ребенком. Нет? Знаете, если так рассуждать, то легче пойти работать, чем делать все эти обязанности по дому. И то, например, я не хотела бы, чтобы в моей семье там готовка или уборка была на мне. Уборку можно вызвать клининг. Готовку, да, там можно что-то приготовить.
это не тяжело. А у Мацану судьба, как по мне, тот же эффект. Ну, раз ты знаешь, какой эффект на твоем лице, то я рада тебе. Клининг какой, что рук нет. Тогда ты кому нужна будешь, если не... Ребята, вы ищете себе жену как домработницу? Вот ответьте на один вопрос. Вы ищите тогда себе домработницу, а не жену. Чтобы она вам все делала. Обязанность гигиена. Но можно вызвать клининг, чтобы вас убрали из дома, либо сделать уборку вдвоем, нет? Привет, представим, что я уже пришла к тебе на свидание. Какой твой ответ? Или тебя не учили? Давайте поговорим о том, о чем учили вас. О том, о чем не учили вас. Вас не учили, что каждый должен оставаться при своем мнении, и никто не должен навязывать свою точку зрения. Я высказываю сугубо лично свое мнение. И не навязываю вам его, и не оскорбляю вас никого. Что нельзя сказать о вас. Нет, это не только я, это каждая женщина. Например, просто в моей семье мой отец, насколько бы он ни работал, ни трудился, ну, типа, да, он без Б может помыть посуду или там пропылесосить, когда у нас уборка, или что-то сделать по дому. И это абсолютно нормально, как по мне. А если есть деньги, то почему бы не вызвать клининг? И не потратить это время на что-то другое? Вот поэтому... Нет, я не из Украины. Я из Казахстана. Вот поэтому я лет до 26 не хочу замуж вообще. Я хочу добиться всего, чтобы у меня была и своя квартира, и своя машина, и постоянный заработок. Вот. Чтобы не зависеть ни от какого мужика. У меня на стриму одна и та же тема, это вот ты как думаешь, вот ты себя так ведешь, кто тебя замуж возьмет, как я себя веду? Мне 17, независимо от меня, дай бог, просто буду все для этого делать.